Всем доброе утро. Для кого оно доброе, а для кого не доброе. Я надеюсь, для всех доброе. Как хорошо, так свежо на улице, прекрасно. Скоро уже можно на карасика попробовать половить на Самаре. Надо будет попробовать на выходные. По поводу дерева. Большое вам, конечно, спасибо. Но я, например, не пойму, под деревьями сделайте лунки. Но я постоянно взрыхляю под деревом. Я корни не трогаю. А там мы ничего не садим под ним. Я знаю, что под деревьями ничего не будет расти, потому что там тенек. Но видите, многие пишут, что от дождя все почернело. Может, из-за этого абрикос. Но мы со Светланой еще вчера вычитали, что она заболела. Это абрикос. И надо будет ее обрызгать. Но я еще сегодня внизу еще ствол побелю. Ну, посмотрим, что я сделаю. Многие пишут, что мороз поморозил все абрикосы, сами деревья отойдут, пусть листья. Может и так. Может, возможно, храбак подъедает корень, нужно купить антихрущ и вылить под корень. Ну, пишут Андрей, дерево абрикосы и персики пропадают почти у всех. В прошлом году летом... Посмотрим. Я еще раз его, как говорится, обработаю. Что получится, то получится. Что я могу сделать с этим деревом. Так и будет. Иначе что мы сможем сделать? Так-то все деревья нормальные. Я же говорю, я деревьями никогда не занимался. А так-то у моего дедушки Николая, это у него в основном такие фруктовые ноки были и вишни. Яблоки у него были. Ну, я видел, как дедушка там обрызгивал, подбеливал. Да и все, а так-то деревьями не занимался, как говорится. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Все будет хорошо. И дерево наше будет цвести и пахнуть. Пропадет, то пропадет. Значит, не судьба нам абрикоски кушать. Так и будет. А точно, смотри, она постоянно сидит. Смотри, одна и вторая, на.
Лопай, лопай, да. Мы уходим. Вот посмотри, я сейчас веду, и она будет видеть. Приехал в гости до Лены. И какая у нее красота, посмотрите. У нас тоже такое есть. Цветочки, как же повырастали. Тюльпаны. Красиво. И вот еще один такой кустик. Самвел ездил на Западную Украину, и Коля попросил, там купили на рынке еще одно такое дерево. Мы решили со Светланкой вот здесь его посадить, потому что на той стороне куда уже его садить, нема куда. Ну, конечно, будет деревом, и здесь будет как раз прекрасно, будет красиво. Так, Светлана, садим тут? Да, тут ты, твой кролик. Давай туда. А тут что, ёлку? Потому что нам там дерево будет. Дерево растет. Ну, будет со временем дерево. Но ж будет деревом расти. Но не будет кустом расти. Дерево будет. А куда я тебе там все понасажу? Куда? Но дерево будет. Через 3-4 года будет дерево велике. А что тебе ворота? Открываются ворота, заходишь, что тебе видно, что прямо тебе надо, чтобы ворота открывались, и все там было налиплено, а тут ничего не будет. Погода сегодня гарная, можно посадить. Я, кстати, там еще семена купила. Вон. И купила то, что мы с тобой говорили, на той стороне покажешь. То, что мне сказали о дерево. Оно больное, там надо его обработать. Сегодня обработаем. В этом году все абрикосы у всех, это грибок завезенный, везде такая беда. Ну хорошо, давай, я посажу. Помощники. Вот так мы посадили со Светланкой. Я специально поставил арматуру тонкую, чтобы, не дай бог, ветер не поломал. Оно будет красиво. Заходишь. С той стороны, с этой стороны. Все, Светланка, все. Я там купил плитку, потому что такую тротуарную. Бордюры я не ложу, потому что я не покупал. Так временно поставлю. Пока ничего такого тут не делаю. Два ряда вот так поставлю. Был один ряд, то было плохо, эта плитка. Плохо ходить. А так песок, чтобы до сарая можно было ходить нормально. Светлана там хочет еще досадить что-то. Пускай сажает. Я пока эту плитку доложу.
Ты будешь сажать? Ну, я иду тогда туда. Бери маму, хоть тебе помогает. Вот смотри, 4 помощника. Купила я сегодня, чтобы обработать абрикос. Мне сказали, все-таки я заходила, смотрела видео и кое-что там читала, что это заболевание сейчас поражает в основном абрикос. Вот, и надо его обрабатывать. Ну, некоторые говорят, что не спасают дерево. Но оно у нас молодое, но я читала, что и спасают люди, так что, ну, я буду пробовать. Купила вот такой хорус, называется, на 10 литров. Мне сказали, что этим побрызгать хорошо. И купила я сегодня салаты еще вот такой. Салат вот такой. Питонию взяла немножко, хочу посеять. И вот такие принц черный. Когда-то он у меня села его под окном. Он у меня очень хорошо рос. На улице тепло. Можем сейчас быстренько что-то еще посадить. Тепло. Вечер. Уже 7 часов вечера. Ну, мы вышли в огород. Я как раз с работы пришла, поели. Там запустила машинку. Думаю, займусь быстренько. Тут, кстати, тоже у меня салатик вылазит. Вот вчера немного полили. Я вам хочу, чтобы вы посмотрели, как красиво у нас распускается. Вот этот. Магнолия. Так, мы на вечер обязательно включим немного полив. С той и с другой стороны. Я вытирала подоконник. На выходных надо мне будет окна помыть. Ну, все времени нет. С работы приходишь галопом по Европам, как говорится. Ну, добре, что хоть протерла немножко подоконник. Лавочку протерла. Взяла цветочки свои. Собачек покормила тоже. Ну, вот хотела показать магнолию, как она все-таки классно расцветает. Это уже другие цветочки отцвели. Смотрите. Смотрите, какая она красивая, шикарная просто. Было две. Вот эта расцвела, и вот эту уже подпадали. А вот у нас еще есть. И вот будут, и вот внизу. Ну, вот это вообще, ну, просто спектакль. Бесподобно. Ну, иду я быстренько посажу салатика. Там, кстати, котику положила еду. Он уже пришел. Но наши разбойники его гоняют, не дают ему спокойствия. Скажу же, когда зайду домой, тогда может и кот поесть спокойно. А это, я так поняла, что это сакура. Вот уже видите, какой маленький, как классно расцветает. Надеюсь, что все это приживется у нас и будет у нас красиво. Там Андрюша занят, делает плитку, ложит. Вот. Кстати, хотела сказать за георгин, эти, что я выкопала. А ту георгину, которую не выкопала, она у меня, кстати, и вылезла. Вот я вам сейчас ее покажу. Одна единственная. Андрей делает плиточку. Вот, смотрите. Она у меня именно вылезла под крыжовником. Это тоже сирень. Ну, иду туда, посажу. Ну-ка. Где-то сюда ближе посажу. Салат, боже, как красота. А там у меня только вылезла одна розовый кустик. Остальное будет вот такое все. Фиолетовый, классный, да? Андрей? Угу. Вот это. А там один розовый маленький, один единственный. Я сегодня у Лены был. Ага, у нее. У Лены тоже такие красивые. Да. Я там поснимал видео. Ну и слава богу. Сильно красивое. Так, у нас уже вечереет. Уже вечер на дворе. Я посадила до конца салат. Посадила помидоры. Вот. Не рассада, а семена, потому что у меня было такое 2 или 3 года назад. Я садила под окном семена принц, черный принц. У меня прекрасные были помидоры, хорошие. Я даже их закрывала. То же самое я и попробовала.
и сейчас сделать. Уже вечереет. Террасу помыла, немного навела порядок. Сейчас мне еще осталось там впереди дома помыть. Польем. Ты уже поливал, Андрюш, включал первый, нет? Полив. Андрюш, первый полив включал? Да, ты включал. Ага, полило, да, немного? Вы, я не видела, была в доме. Вторую зону включаю. Вот, и покажу то, что Андрей доделал немного. Все, любуюсь своими цветочками. Еще две штучки. Еще две штучки, ну хорошо. Она поставила, я так начал. Пока не знаю, что оно дальше будет. Ничего не будем такого строить. Согласен? Ну да. Не буду я пока заливать. Пока дорожку он еще такое сделал. Потом мы вот тут все перекопаем, вот эту часть. Это у нас будет под рассаду. Да. Здесь уже будет под рассаду. Помидоры у нас здесь будут. Огурцы, перец. Вот. А этот мы вот посадили салат, там салат, петрушка, укроп, морковка, редиска, там щавель, там салат тоже, лучок, немножечко помидорок, там пару кабачков, и тут осталась такая территория. Ну, сейчас у нас пионы будут расцветать, петушки тоже, ну, все потихонечку. Сейчас уже потихоньку заканчиваем, мы будем идти домой. Да, потому что уже время позднее, уже... Бабушка уже смотрит те сериалы. А мы с тобой, Андрей, сейчас еще пойдем чайку выпьем, да, Андрей? Да. А, не, какой еще, кроме чайка, нам же сейчас надо еще абрикосы обработать, я же забыла. Да, я сейчас обрежу. Ну, сейчас. Надо достать. А, да, на 10 литров вот этот пакетик. Так, 10 литров, так, я 10 литров, что я съел, всего 10 литров вылью. Не, ну я согласна, Алла. Сделаем половину, половину оставим. На 5 литров сделаем. Половина, она сказала, через неделю еще раз повторить. Ну, разве что оставить в этой? Да. Не, мы не в этой штуке. Мы половина порошка оставим, половина разбавим в 5-литровой ведре. Наоборот, на солнце это не делается. Это делается тогда, когда нет солнца, нет ветра. Хорошо, все стволы наверху. А я ж так и делаю. Да. А потом через 15 дней повторили. Через неделю, она сказала, через еще неделю. Раз, да. Вот все, что есть, все дерево. На четверг? Да. На следующий четверг. Наверх хорошо. Чтобы я на тебя не набрызгал. Главное, чтобы дождь не пошел. Да дождь не пойдет, что пойдет.